понедельник, 3 апреля, в Рязанском государственном медицинском университете имени академика Ивана Петровича Павлова прошла внутривузовская олимпиада по сестринскому делу. За звание лучшего специалиста боролись 6 человек, рассказал декан факультета Станислав Котляров, студенты, обладающие необходимыми навыками и знаниями. В ходе испытаний предстояло выполнить ряд манипуляций, с которыми придется столкнуться в практической работе, сделать внутривенную инъекцию, измерить артериальное давление, продемонстрировать навыки ухода за стомой. Также студенты показывали свой уровень владения иностранным языком. Имеющиеся навыки, подчеркнул Станислав Котляров, помогут обучающимся в дальнейшем оказать помощь не только согражданам, но и иностранцам. У нас задание сегодня два уровня. Это первый уровень — оценка владения иностранным языком. Мы с вами понимаем, что это сейчас очень актуально, да, то есть любой медицинский работник должен владеть базовыми знаниями, должен понять, например, пациента, который не владеет русским языком, да, иностранным обратился, должен понять, что он хочет, то есть какие проблемы этого пациента, чтобы ему максимально помочь. И вторая категория заданий – это профессиональные задания. Профессиональные задания – то есть выполнение тех действий, которые встречаются в каждодневной клинической практике. В частности, вот в этом кабинете у нас будет сегодня проходить задание введения лекарственного препарата внутривенно. Кроме того, сегодня у нас будет в соседнем кабинете выполнение заданий по измерению артериального давления, то есть базовая вот эта манипуляция, которую должен владеть любой медицинский работник. И сегодня конкурсанты будут выполнять задания по осуществлению ухода за стомой кишечника. То есть это процедура ухода, очень важная, очень актуальная на сегодняшний день. И вот эти вот манипуляции конкурсантам сегодня предстоит выполнить. Задания, которые предлагались студентам, подчеркнул декан факультета, корректируются с учетом реалий времени и предъявляемых требований. Главная цель подобной работы, подчеркнул Станислав Котляров, — подготовки квалифицированного специалиста, соответствующего современным требованиям и умеющего пользоваться современным оборудованием. Специальность медицинской сестры является чрезвычайно востребованной. То есть практически на здравоохранении медицинские сестры – это основные работники. Их абсолютное большинство в любой отрасли медицины. И, конечно, учитывая большую значимость этой профессии, подготовка ведется во всех регионах России. У нас на базе университета, именно в Рязани, уже состоялись два выпуска медицинских сестер, конечно, которые трудоустраиваются весьма успешно в клиниках Рязани, Рязанской области. У нас есть студенты из других регионов Российской Федерации, то есть специальность, конечно, является востребованной. И Ефремовский филиал также ведет подготовку на территории Тульской области, и также выпускники являются, конечно, чрезвычайно востребованные, выпускаются и трудоустраиваются в клиниках Тульской области и других регионов.